Приветствую вас, дамы и господа, с вами снова Артемий ТВ, и я хочу вот вам сказать, что вот, короче, вот по поводу расписания видео. Ну, я извиняюсь, что, ну, не обязательно, тьфу ты, я, короче, не очень-то сдержал свое обещание, выпустил даже сборник андеток из заставок НТВ пораньше, чем пораньше. Вот потому что было время сделать. Ссылка на этот видос будет в описании. А также я планирую сделать ремастер у заставок утренних программ на НТВ. Ну, полностью, конечно, к сожалению, удалю, потому что, наверное, он не интересен. Вот. Вот. Почему я решил сделать ремастер? Вот почему. Потому что, ну, я смотрю видосы у Ли Космачёва. Ну, ссылка на этого ютубера будет в описании. Короче, почему я решил сделать ремастер? Я хочу... Потому что я забыл кое-какие заставки добавить. Ну, утро на НТВ 2002 года. С 2001 по 2004. Это была полная версия на Non-Stop Production 1. Ссылка на него будет в описании, как и на любого другого ютубера, который указывается в моем ролике. Вот, заставка «Кофе с молоком» 2015 года на НТВ тоже такая была. «Новое утро» 2016-2017. Вот, ну да, все три, ну, три заставки вот. Вот. Причем я обновил список фонов НТВ. Причем, да, у меня целых 8 фонов. 7 без логотипа, 1 с логотипом. Surprise, motherfucker! Ну вот, еще остается сказать, что... Ну да, этот видос я сейчас записываю вечером, после уроков, которые есть... После долбанной домашки, которой я издевался. И да, вот еще самое главное. У меня завтра, в 26 сентября, у меня состоится медосмотр в школе. Вот. Нас будут проверять зрение, брать кровь из пальчика. Ну, все, что связано с медициной. Вот. Будут проверять сердцебиение. Ну да, вот что-то похоже. Ну да, будут проверять, как ритм сердцебиения. Вот, ритм, как стучит сердце, вот. Если вы проходили такие медосмотры, ну я лично уже в четвертом классе тоже был у нас медосмотр. Причем у нас в первом классе нас брали на один день, причем отменяли уроки.
Такое нормальное было время, согласитесь. Вот. Так что, видимо, любой палец, ну, тот палец, из которого будут брать кровь, наверное, будет неудобно играть будущему успеху, потому что он будет болеть. Немного. Ну, немножко болеть. Немножко больно будет. А так он нажим, если нажимать, то все. Ничего с пальцем не будет. Ну ладно, короче. Надеюсь, вы послушаете мои советы. И я хочу вот, и я хочу спросить, а у вас были когда-то медосмотры? Или не были? Вот. У меня лично много раз был, причем вместе с классами были. Вот. Ну, ребят, остается только добавить, что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Скоро у меня вот будет. Вот. Но перед тем, как закончить видос, я вот хочу сказать, что у меня небольшой юбилей на моем канале, 60 подписчиков. Ну, спасибо, что у меня такая активная аудитория подписывается на меня. Еще. Ну, редко такие комментарии встречаются, что дизлайк. Ну, еще одно. Комментарии по типу дизлайк или лайк или я первый будут удаляться, потому что они засоряют это видео. А так комментарии не будут удаляться. Вот, только по типу лайк, дизлайк и я первый или второй. Ну, короче, фиксим. Вот. Как у Сергея ВТВ, там тоже такая же функция есть. Он ее активировал. Ну, точнее, не функция, он сам высказал. Вот. Ну ладно, ребят. Всем удачного медосмотра. Удачного YouTube карьеры. Желаю вам, чтобы у вас была рубиновая золотая кнопка. Вот. Ну, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока, ребятишки. Увидимся с вами в пятницу. Ну и в пятницу еще планирую сделать еще один видос. Это будет уже летсплей. Ну, не буду затягивать. Все, всем пока.